Евровидение на Украине на грани срыва, и это уже не то, чтобы денег нет. В стране просто-напросто нет подходящей площадки. У нас нет закрытой арены, рассчитанной на большое количество людей. У нас есть дворец спорта, но он в шатком состоянии. Потенциально площадки нет нигде. В Киеве Олимпийский тоже не подходит. Там необходимо сделать устойчивую крышу над стадионом, которая не только защищала бы от дождя, но и выдерживала тяжелое видео, света и звуковое оборудование. 11 лет назад Украина уже принимала у себя Евровидение после победы в конкурсе певицы Руслана в 2005-м. Тогда пели в Киевском дворце спорта. Но сейчас, как сказал министр, арена уже не та. И, конечно, главная проблема еще и финансовая. Страны Европы тратят на проведение конкурса как минимум 50 миллионов долларов. А незалежная уже признала, денег на проведение в следующем году у них нет. Правда, есть пара идей, как выйти из сложной ситуации. Предложить Европе скинуться на организацию песенного конкурса.